challenge time! И снова всем привет, мы продолжаем, может быть даже заканчиваем наконец-таки призрака. Каждый день я по три серию записываю, это четвертая за сегодня, потому что, возможно, финальная. Хьюстон, я обнаружила группу научных роботов. Похоже, они обесточены. Отлично справляешься, призрак, то, что нужно. Спасибо, Припой. А куда подевался Штекер? Да ему тут мама позвонила. Опять. Что ж, поглядим лог звонков оператора связи. Так, не пойдет. Слишком много данных. А вот если отфильтровать звонки мамочкам, все еще многовато. Отошел поболтать. Ха, как же меняется голос у людей при разговорах с родителями. Окей, показать мамочек с переломом колена. Ну, ты же говорю, это может лукнуться. Оп. Попался. Слушаю, Кодер. Босс, все передачи между Штейкером и Явль-13 были зашифрованы недетерминированным квантовым алгоритмом, который невозможно расшифровать. Все, кроме одной. Кроме одной? Да, босс. Единственная передача, сделанная человеком с ником Припой. Похоже, он забыл включить шифрование. Мне удалось обнаружить мать Штейкера, Хелен Дорсон. Она находится в госпитале Эпсилон с переломом колена. Палата 314. Ты отлично справился, Кодер. Этого вполне достаточно. Спасибо, босс. Ну, Штекер, посмотрим, насколько ты хороший сын. Тун-тун-тун. Товарищ защитная стена, почему ты стоишь так далеко, объясни мне. Блин, мы в прошлый раз чуть не добежали, да. Хе-хе. Сохранение. Ну ладно, это все равно потом надо было. Хотя нет, все равно было бы быстрее, да. Ладно. Это вот левитирование мне бы очень помогло бы на первом боссе. Да хотя бы двойной прыжок даже, и тот бы был полезен. Так, куда это ведет? С другой стороны. Интересно. Но здесь все. Куда может уходить вот этот вот? Черт его знает, туда куда-нибудь вряд ли. А, странно. Давай, сделай вот это приятное. Это не я. Меня подставили? Ну да, конечно. О, давно тебя не было. Хотя так все равно побыстрее даже. Да, вот эти штуки можно ломать изначально. Тоже интересненько. Ну вот эти пока самые хреновые, самые легкие по сравнению со всеми. На втором месте вот эти тяжелые роботы-толстячки. Ну просто бежишь и все, и он в тебя не попадает. Они не умеют на опережение работать. Не знаю, зачем мне деньги, в принципе. Я другим-то оружием особо-то больше и не пользовался. Но разве что этим можно было бы пулемет улучшить, кто знает. О боже. Что такое, бро? Сообщение из больницы. У мамы осложнение, ей совсем хреново. Может, она уже при смерти. Блин, чувак, сочувствую.
Мне нужно к ней. Кроме нее у меня никого не осталось. Призрак, внимание! Мы приостанавливаем операцию. Следуй в безопасное место и гаси питание. Придется подождать, пока я не вернусь. Гасить питание? Штекер, ты меня со своим десктопом путаешь? Да нет, что ты. Конец связи. Хьюстон, отключаю питание. До встречи, мальчики. Пару дней спустя. Хьюстон, как слышно? Призрак, слава богу, ты на связи. Припой, что происходит? Куда подевался Штекер? У его мамы начались осложнения. Штекер уехал к ней и до сих пор не вернулся. Я пытался дозвониться, но он не отвечает. Я даже позвонил в больницу. Но там сказали, что его мама в порядке и ни о какой инфекции речи не идет. Я в панике. Кто-то выманил Штекера наружу, и вряд ли это дружеский розыгрыш. А что, если он уже все, мертв? Виктор. Что? Виктор сказал мне, что я с вами больше не работаю. Я звонила, чтобы попрощаться. Слишком странная череда совпадений. Даже если это Виктор, как мне быть? Я же просто технарь. Если за всем этим стоит Виктор, то я, кажется, знаю, где нам искать Штекера. Водить умеешь? Конечно. А это тебе зачем? Готовься. Спасатели выезжают на дело. Ничего себе. Ты к нам попривыкла, что ли, да? Плюс мы... А что это за место? Отключили на время. Лишь прикрытие. Этот, психотропы. Тут находится подпольное заведение, принадлежащее одному из людей. Че, будем драться опять, как в фантазиях? Внутри. Других столь укрепленных и вместе с тем незаметных мест поблизости нет. А какой план? Ты залетишь внутрь в форме призрака? Погоди, тогда зачем мы тащим с собой тело нимфы? Это место недоступно для агентов вроде меня. Оно оснащено антипризрачным барьером. Там я смогу находиться в своей призрачной форме не больше секунды, иначе меня обнаружат и вышвырнут вон. Что же делать? С нами нет Штекера, чтобы взламывать все направо и налево. Ну, понадобится стелс. Ураганом проносишься мимо охраны, вырубаешь тех, кто внутри, вытаскиваешь Штекера, и мы едем домой пить какао с зефирками. Самое время применить твою грубую физическую силу. Призрак, по правде говоря, я... Да расслабься, ты, шучу. Я сама боюсь туда идти, даже в чужом теле. Фу, я-то подумал, что ты на полном серьезе. Короче, план такой. Ты ждешь здесь, а я иду за Штекером. Этой нимфой я проникну внутрь, не вызывая подозрений. А уж дальше по ситуации буду меняться телами с местными. Но ты же только что говорила, что не сможешь покидать тело. Я смогу, но не больше, чем на секунду. Все будет в порядке. От винта. Призрак. Пока ты еще здесь, может тебе стоит... Значит, ты этот? Я не то чтобы тебя тороплю, но времени у нас в обрез. Хорошо, я просто хотел сказать, что пока ты в нимфе, веди себя как нимфа, ладно? Потому что ты нимфа. Видишь ли, тебе придется двигаться медленно и грациозно, как леди, понимаешь? Тебе не нравится моя походка? Я двигаюсь как мужик, да? Ой, нет, что ты. Я имел в виду, что твои сальто и прыжки с перекатами могут показаться подозрительными. Ну окей. Блин, ну это серьезно? Медленно и грациозно. Призрак, это припой. Знаешь, я давно заметил, что ты как-то неуклюже виляешь бедрами. Может, это пофиксить? Почему нет, припой? А ты пока попробуй пофиксить это. Я перекатываться не умею. Призрак, ты только что пнула мою машину? Ой, прости, поскользнулась. Слушай, я хотел сказать, спасибо тебе, что помогаешь вытащить Штекера. Это так много для меня значит. Пожалуйста. И есть еще кое-что, что тебе следует знать. Это действительно важно. Отлично. Новые замечания по походке? Что? Да нет же. Мы со Штекером кое-что обнаружили. Тебе действительно необходимо узнать об этом. Слушай, давай потом поболтаем, а? Нам вообще-то надо товарища вручать. Я согласен. Сейчас не надо вызывать тени, помыть тени. Я подойду к вам через минуту.
А можно я сяду куда-нибудь? Не привлекать внимания, да? Пожалуйста, подождите. Я подойду к вам через минуту. Пожалуйста, подождите. Я подойду к вам через минуту. Я не могу сесть. Может быть, я сюда вот где-то могу сесть? Пожалуйста, подождите. Я подойду к... Пожалуйста, подождите. Я подойду к вам через минуту. Ого. Да, тут прям надо очень быстро это делать. Я привлеку их внимание? Похоже, что нет. Возможно, только они знают код. И мне сейчас придется в них. Ну да. Эй, Джулс, послушай. Мы тут пашем 24 на 7. Без перерыва и выходных. За какие-то... копейки. Я, блин, даже... не живу. Я существую. Достало. Так ты и не можешь жить. Ты не живой. Мы роботы, Винсент. Мы этого и создали. Так как у тебя язык повернулся, Джулс? У меня есть личность. Я только переживаю. У меня есть сердце, есть мечты. Я человек. Человек? У тебя что, шарики за ролики заехали? Винсент, ты самый настоящий андроид. Поверить не могу. Ты это после всего, что между нами было. Ты же был шафером на моей свадьбе. Ты сумасшедший. Не подходи ко мне больше. Короче, их сильно, похоже, по голове вот это повлияло на них. То, что мы отключали. Может быть, действительно людей похищали. И мозги делали в банке. Да что на тебя нашло? Если охрана заметит, что ты бьешь баклуши, они тебе порошок сотрут. Ты здесь делаешь? А ты сам как думаешь? Периметр обхожу. Ты должен быть уничтожен. Ты чего, а? Мы же напарники. Вы запрограммированы уничтожать любой объект низшего ранга. Ты первого ранга. Я второго ранга. Сейчас стреляться. Твой ранг ниже. Ты должен быть уничтожен. А если я прикончу тебя раньше? Ты не сможешь. Не смогу? С чего бы? Мы запрограммированы уважать всех обладающих равным или высшим рангом. Ты первого ранга. Я второго ранга. Мой ранг выше. Ты не можешь причинить мне вред. Плохие новости, дружище. У меня баги в коде. Ну, я мог бы просто в него вселиться. Так, а ну все. Ну это вообще нет никакого ранга. Так, а зачем эта штука? Туда не выводится? Секретик. Кодер, что происходит? Связаться с Евой 13, Виктор. Что? Черт побери! Черт побери! О, Виктор! Ты что такой серьезный? У нас все под контролем. Антипризрачная защита активна. Защита активна. Охрана на месте.
а узник надежно запрятан в недрах нашего объекта. Все, как ты просил. Люди из Накамуры уже в пути, чтобы его забрать. Нужно активизировать все защиты безопасности до их прибытия. Все системы защиты? А ты часом не параноик? Вокруг ни души. Ни души, ни призраки. Знай покой. Один из наших агентов-призраков может попытаться сюда проникнуть. Виктор, у нас стоит антипризрачный барьер. Если хоть одна любопытная Варвара сунет свой нос куда не следует, я тут же узнаю об этом. А барьер вышвырнет ее вон. Ты их явно недооцениваешь. Когда в деле замешан Штекер, можно ожидать чего угодно. Но сохранение типа. Че, я здесь типа смогу? А ты че взорвался там? Ну этот пошустрее, по-моему. Или подожди, там рангом выше какой-нибудь есть? Но этих, по-моему, вообще нету ранга. А, подожди, а хпшка у них? Вот этого. А, ну ты прыгать не умеешь. Блин, ладно. Тихо. Ох. Не круто, блин. Там внизу тоже что-то еще было, помнится. На, вот так вот, значит, да? А, ну ладно, как бы я не против, но я думал, что тут ZN будет. Блин, я чуть-чуть не успел. Я не ожидал, что он так подставит меня. Что он стрелять начнет. Сейчас вот он назад пойдет. А, то есть здесь ничего нельзя. Ну, отлично. Другое дело, начнут ли сейчас чинить? Если начнут чинить, то это бесполезная штука. И вот так вот. А если нет? Блин. Ну, сейчас и посмотрим заодно. Ну и этот воскрес. Тихо. Тут нет такой автоматики, это уже радует. Вы же меня не тронете? А чё это вы их начали выносить? Блин, а где? Так, а где это я?
я вот эту штуку открыл тут. Ох ты ж тварь. А как мне теперь пройти? А я назад не могу вернуться. Так, а теперь никого нету. Или его просто вынесли. Нет, 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 нет. Лечилки выпадают, хотя пришлось у тебя один удар. Это очень странно. Да чего ты туда залез-то? Объясни мне. Нормально все было. Все, наломали ящик. Слава богу. Мне спокойнее же теперь. Так, отлично, отлично, все. Разнесли. Хотя бы безопасно будет идти. Если меня тут где-нибудь накроют. Так, еще один уровень. Ниже. Так, и здесь у меня техподдержка моя, да, новая, если что. По-моему, он собирался стрелять. Несмотря на то, что у меня уровень выше. Так, пошло прохождение без повреждений. Так, а там рангом выше, да? Или нет? Вроде бы. Вот сейчас лечилка бы, да, уже. Теперь уже бы пригодилась. Тут что у нас есть? Вроде нет. Тогда включаем Метроид и... Поехали. Я так и знал, что эти места идут не просто так. Ну а там еще что-то развалил. Прям странно. Ой-ой. Ребятки, я вас тут хпшечку найду. Возражаете? Возражаете. Так. Насколько есть смысл менять мне на... На, ты не какущ? Ну и хер туда с тобой. Блин. Засада. Ладно, значит.
Так, надо посмотреть. Ну что, вот этот умеет. Во, вот его мне и надо. Как бы так теперь под наклоном это сделать? Во. Хи-хи-хи. Не просто. Сейчас глядишь, что вот ремонтируют, и нормально будет. Ну да, отремонтировали. Интересно, а если поближе этого бота подведу? Все ли нормально будет? Не смогу ли мне вселиться вот в этой комнате, допустим? Вот он очень медленный, блин. То есть он несколько секунд всего работает, да? А не до первого попадения, как у меня. Запомним. Значит, сейчас вот я захожу сюда и, скорее всего, включаю. Так, ну, тот мне, наверное, не нужен. Бесконечная локация какая-то. Надеюсь, это последняя. Говнюк. Да как бы в тебя попасть-то? Ну явно не так. Хе-хе, благодарю. А в этого ты, видите ли, попадать будешь, да? Отлично. Так, вот так. Там дверь закрыта. Значит, мне скорее всего надо как-то в обход. Так, этого развалили. Блин, попал таки в ногу. Давай дальше. А я еще думал с первого раза пройти и не спалиться. Хер там, смотри, тут. Да, тут все закрыто. Поэтому только вот этот вариант. Тварь такая. Я думал, пронесет, что он на обратном пути где-то уже. Ну, когда уже дальше двинется, выстрелит. Но нет. Отлично.
Как хорошо, что ты не умеешь стрелять по этот. Понизу. Привет, ребятки. А что мне тут с вами делать? Чуть я не вижу проходов. А, вот. Не видно. Ты меня не тронешь? Ты гуляй, ты гуляй, скажи. Вообще похеру. Но он там поэтому и гуляет. Чтоб я сейчас в него вселиться мог. А почему ты меня не атаковал? Нарушитель. Третий уровневый, одноуровневый. Другое дело я. Да ты чё? Как ты меня умудрился ударить? То есть робота тут не смущаешь, а тут количество врагов резко увеличивается. Я и в прошлый раз так сделал. Так, здесь у нас братаны. Да вы чё? Да как? Нахера такое делать, маленький тайминг? Интересно. Сохраночку, пожалуйста. Так, а я спрыгнуть могу, да? Ну, хочу я. Нет, не могу. Не могу и не хочу. Так, ты меня тронешь, нет? Давай. Либо ты убиваешь меня сразу, я тогда в тебя вселяюсь. Так. Еще один развалин. Но он не умеет стрелять и ходить одновременно. Так, еще один. Сейчас последнего развалим и все. Отлично. Даже лучше, чем я рассчитывал. Блин, долгая миссия. Финал, думал я. Хер там. Нет, ты чувак такой, типа не надо. Так, босс? Так, и как мне с ним вот так вот драться? Поближе где-то есть? Ну вот, да. Только не говорите, что с одного... Серьезно, с одного удара? Ну-то надо всех сюда перетащить. Не иначе. Да, возможно, сюда надо бы как-нибудь ботов попытаться. Хотя как я это сделаю? Так, а вот это уже нехорошо. Ты просто будешь держать?
А ты козел. Так, неудобный бот. А, у меня есть умная ракета. Невидимость. Энергопушка. Как-то эта умная ракета работает, что-то пока непонятно. Так, это что за говно вообще такое резкое было? Давай с энергопушки попробуем. На снаряды вообще нельзя попадаться. Как бы так... Тупо не могу пройти, да, правильно? Ага. А этот будет уничтожен здесь. Блин, жаль. Блин. Зажал таки. То он как-то рандомно стреляет и ни хрена не попадает, то вот так. Я не могу как бы посмотреть свои фишечки. Давайте попробуем с бластером и с моей прелестью. Ну он тут-то просто рандомно, да, и как-то начинает кидать. Да уж. Ладно, давайте на следующий раз, может быть, этого босса ставим, даже не знаю. Вот с этим пока лучше всего получалось. Ай-яй-яй. Вот это я зря сделал. Да, давайте еще попыточку. А я не того взял, я хотел не мою прелесть, я с этим хотел. Просто снесли. Ну вот, с энергопушкой хотел.
Ну а тут, блин... Либо попадайся на эту, либо попадайся не на, на этот самый. Лайкайте, комментируйте, короче, подписывайтесь. С вами был Алекс Трак, всем пока.